товарищи. Я на Новый год не люблю работать очень много. Надо делать, так что мы будем это все делать очень такое красиво, вкусно, но просто. Тут у меня задняя часть барана. Порежем эти жилы, они мне точно не нужны, они жесткие. Видите, как это просто идет. Остановите этот процесс, включите духовку на 240 градусов. Затем дальше снимем наш курдюк. Немножко исколите все это. Добавьте немного миндаля в эти уколки. Потом у дырки ставьте соль морскую. Морковку возьмете, порежете такими кусками. Корень это просто прекрасно. Морковку сюда добавим. Немножко огурчиков. Это будет то, что надо. Повернем это на другую сторону. Тоже процесс. Как то повторим. Затем, товарищи, мы возьмем один протвейн. Положим и нами протвейн. Сейчас мы возьмем пергаментную бумагу. Положите ножкицы от баранчика сюда. Возьмем немного масла. Зальем этого нашего баранчика. Когда добавите масло, оно как-то соль заклеится. Сейчас надо добавить немножко розмарина. Например, у попку мы добавим немного розмарина. Затем добавим по этим дырками. Давай немножко вниз. Я люблю, когда есть немножко лука, добавим, пусть будет внизу. Тут у меня есть картофель. Это здоровье, просто на 4. Кожу не буду снимать, я их просто промыл. Картошка молодая. Сейчас я вам миску возьму. Все это добавлю сюда. Это, которое осталось от огурцов, не вопрос. Затем морковку. Возьмите розмарин, добавьте внутрь. Немного паприки дала цвета. Оно будет такой красивый цвет. Все, конечно, посолите. Залейте маслом и все хорошо промешайте. Морковку добавим немного. Будет такой красивый гарнир. Добавим морковку и картошку около нашего мяса. Только не забудьте чеснок. Две головки просто так целиком. Но тут мы ставим упопку, потом розмарин, чтобы оно все питало своим прекрасным ароматами. Сейчас мы это все ставим в духовку на 240 градусов примерно 20-30 минут, пока не сделается корочка. Прошло где-то более 40 минут. Сейчас мы вытащим наше мясо из духовки. Оно уже получило корочку. Я закроем духовку, чтобы она не хладила се. Сюда добавьте немного вина белого. Желательно немного привернули эту картошку, которая начала гореть, которая получила хороший цвет. Сейчас я добавим на всякий случай две ветки розмарина. Налили смо вино. Почему? Оно его просто пропарит мясо. Значит, пара зайдет мясу до костей. И это мясо получится таким хорошим, сочным. Это очень хорошо. Закройте и с одной и другой стороны, чтобы мясо парило се. Сейчас нам надо просто духовку убрать на 180 градусов. Откроем. Вернем в фольгу где-то примерно на 2-2,5 часа. Ой-ой-ой. Этот момент. Посмотрите. О, как оно легко с два пальчика. Видите мясо, как разваливается. Это просто прекрасно. Оно, видите, само уже рассоединяется. А вам и спасибо огромное, что смотрите ТВ Джем. Удачи вам и в Новом году. Готовьте, наслаждайтесь. Спасибо. До свидания.